Владимир Путин наградил летчиков Су-24, который был сбит турецкими военными. Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации президента. Командиру экипажа Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Выживший штурман Константин Мурахин, который был обнаружен и доставлен на военную базу Хмеймим, будет награжден орденом мужества. Морпех Александр Позынич, участвующий в поисках экипажа бомбардировщика и получивший смертельные ранения в ходе обстрела военно-транспортного вертолета Ми-8, также удостоен этой почетной награды.